В Ульяновской области активную работу продолжает чрезвычайная комиссия по вопросам здравоохранения. Напомню, создали ее 2 недели назад в законодательном собрании области. Цель – устранить проблемы в лечебных учреждениях региона. В этот раз заседание прошло в Майнской районной больнице. Майнская больница – стандартное районное лечебное учреждение. За последние годы ее внешний вид, несомненно, преобразился. Капитальные косметические ремонты делали несколько отделений. Но проблемы, как и во всем здравоохранении области, остались. Сейчас у нас, конечно, вот есть проблемы некоторые с лекарственными, с лекарственным обеспечением, которое в данный момент активно решается. Это необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы, продолжить ремонт. У нас, правда, не так много под капитальный ремонт осталось зданий и помещений, но тем не менее, часть поликлиники у нас пока без ремонта. Помочь в решении проблем здравоохранения на данный момент. Такую обязанность возложила на себя недавно созданная чрезвычайная комиссия. Отработала она и в Майнской больнице. Специалисты встретились с медицинским персоналом. Везде мы видим примерно одно и то же. Где-то не выполняется территориальная программа госгарантий, где-то есть небольшой дисбаланс в расходовании средств по разным направлениям. Везде мы стараемся найти общий язык с главными врачами лечебных учреждений, призывая их поддерживать баланс своего лечебного учреждения в таких рамках, чтобы не наращивать в первую очередь кредиторскую задолженность. Где-то это получается, где-то нет. К сожалению, в Майне пока не все с этим хорошо. На данный момент чрезвычайная комиссия старается решить главную проблему. В лечебных учреждениях создалась очень сложная ситуация с расходами первой необходимости. Требуются средства на лекарства, зарплаты, коммунальные услуги и ГСМ. На сегодняшний день деньги найдены. Из бюджета, регионального бюджета, по инициативе губернатора Ульяновской области было выделено 243 миллиона. Региональный фонд обязательного медицинского страхования 78 миллионов. Поэтому мы саккумулировали 320 миллионов. Это позволит уже в ближайшее время деньги поступят в региональное, в районное отделение. Естественно, и все учреждения будут выполнять все функции, о которых я первоочередного порядка. Кроме того, на заседании с медицинским персоналом Майнской больницы представители чрезвычайной комиссии обсудили и бюджет учреждений на следующий год. Любовь Фомичева, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Майнского района.